Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что означает, когда ты смог на несколько людей на несколько недель переключиться с одного человека на другого, но при этом в следующие 2 года не можешь забыть его и постоянно убиваешь из-за того, что прекратил общение с ним. Помогите, прошу вас. В чем помочь, Ангелина? Какой помощи вы хотите? В чем? Но если отвечать на ваш вопрос, то ситуация следующая. Вы, пытаясь решить какую-то свою проблему с помощью одного человека, переключились на другого человека, вот, но из-за того, что проблема с другим человеком не решилась тоже, у вас создается обманное, ложное впечатление, что вот с первым человеком, с которым вы переключились, у вас бы точно все получилось. На самом деле нет. Ваша проблема не решилась ни с первым, ни с вторым, ни с третьим человеком. Ваша проблема можете решить только сам. Только сама. Вопрос только в том, что это за проблема. Вам для того, для решения этой проблемы не нужен кто-либо. Вы можете на ком-либо отработать некоторые навыки, но в целом вам этого никто не нужен. Нужно смотреть, что это за проблема, нужно смотреть, что это за ваш конфликт такой, вот, что вы так, ну, скажем, что вы, так скажем, очень сильно делаете важным для себя другого человека, вот, нужно этот момент, на мой взгляд, разобрать, рассмотреть, чтобы вам было эффективнее помочь. Вот. Но я лично думаю, что вы можете взять за точку отсчета свои чувства к первому человеку, посмотреть, в какой момент для вас стало возможным переключение, вот, и дальше, я думаю, вы уже будете понимать, о чем идет речь, вот. Также, ну вот, если у вас есть как бы так вот выразиться. Если у вас есть возможность думать о другом человеке в течение ну, длительного времени, а все-таки, на мой взгляд, это довольно длительное время. Вот. То, вероятно, вам ваша жизнь не так, чтобы особо было интересно. То есть вы не увлекаетесь своей жизнью, вот, не живете своей жизнью, а живете, например, жизнью там, грубо говоря, других людей, да, как бы. Вот и получается в целом такая вот не очень хорошая история. Такая вот проблематика получается по факту у вас. Вот. Поэтому, помимо всего прочего, нужно смотреть, на мой взгляд, то, как вы вот в общем и целом относитесь к себе, к своим собственным потребностям, вот, к своим желаниям и реализации своих желаний.
Вот если вы этого не делаете, то это серьезная достаточно проблема, на которую нужно обратить внимание. Вот. Опереться вам хорошо было бы на что, какое значение для вас имеет первый человек и для какого значения вы переключились на второго человека. Это было бы важно достаточно. Вот. Ну, отсюда уже, соответственно, можно будет отталкиваться и разбираться дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на разрешение вашей ситуации.